Всем привет, вы на канале Алекс Николя, у нас туман. Смотри, как я сфоткала. Красиво. Туман, туманище. Мы в Сочи поехали, в общем. Это у нас ноябрь такой вот туманный. Посмотрим, что там в Сочи, в Сочи, в Сочи. 31, 10, 20, 20, да? Дата. Угу. А, сегодня день рождения у дяди Васи вашего. А у меня через 9 дней получается. Спалили дату рождения. Ну, здесь работает все. Что-что? Опа! Еще не пристегнулся? Не. Какая знать. А, типа... Да, какой свет. А ты уже подключился к колонке? Да. Вчера еще сыночка подключился. Нифига себе, ты умный. Йоу. А ты можешь это к поезду, к колонке подключиться и как жахнуть, короче, в 5 утра на весь плацкарт? Так, сейчас уже почти 5 утра. Приехали как корсюши к дому. Его беденького одного и выпнули. Идем только. Ты выспался? Лайк. А ты не спал? Спал. Не спал. Привет, падай. Там только ногтями ничего не корябай. Когда упадешь? Блестяшки всякие не отколупывать. Паспорта все взяли. Паспорта взял? Паспорт? Да, у меня нет. Ну все, окей. Все падает назад? Да. С этой стороны ползи туда, к Николь поближе. Тут еще я буду сидеть. Пляшки, снимайте тоже. Сейчас за 2 рубля еще какие-то не пьют. В карманах что-то еще. Маски надеваем. Маски. А что без маски? Она на мне уже. В Сочи поехали такой командой, кстати, маленькой какой-то. КВНщики. Модельщики. Только один из нас. Остальные не удались. Кто-то опять похавать не успел. Приди уже хавать. А, когда с классом? Да. Я помню, вот именно там еще считали, пересчитали. А, и потеряли кого-то еще, да, помню. Да, да, да. Нифига, нас тут много. Всего-то 5 билетов было на месте. Ну, на сайте. 11-й вагон. Слышите, 11-й вагон. Вот смотри, раз, два, третий путь, он здесь подъедет.
Он, мне кажется, оттуда должен приехать, потому что Сочи-то там. Я не знаю, где Сочи. Там Сочи. Море-то там, значит, Сочи там. Одиннадцатый вагон. Короче, сейчас тут узкий, не идем никуда, короче, стоим. Лучше залезем, если... Не, в другой лучше вагон залезем, а это, если что. Ну, чтобы мы под поезд не попали. Одиннадцать в Лукате. Давай, все, давай. Давай, ага. Берите ваша. Возьмите сумку еще. Подходим, все взяли? Ну, тюлялю какую привезли. Вот наш чемодан. Да. Можно пройти? Спасибо большое. Помогли вам. А билеты достаточно показать и паспорта потом? Заходите и потом все покажете. А, окей. Вадим, давай. Да сразу Вадим. Попадал, да и все. Заходим, потом все показываем. Хорошо. Это какой вагон? 11. Да, для меня стоит. По первой не подскажете, где? Первый? Тут десятый конец. Первый, ну значит туда бегите. Вперед. Первый там? Я их отправила туда. Там десятый. Ну, короче, можно же сесть в любой вагон, просто потом показать доки и все. Так, Ксюша, заходи. Вау, какая техника. Ой, конфетки. Я в плацкарте давно не ездил. Так, подожди. Второе место у нас. Я. Вот. Так, я там. Что? Какое у меня место? Подожди. Второе, четвертое. Да, ну, такое вот место. Здесь вот место одно. Короче, у тебя есть стол. Смотри, так вот берешь. Ноги. Херак, у тебя теперь есть кровать. Все под вот туда вот убираешь под низ. Арсений. Через 30 минут приедем в туалет, там где это. Выходить надо уже.
Давай не засыпай. У тебя тут зарядник-то есть? Ты зарядник. Иди туда тогда, у нас там есть просто этот. Как. Ты взял зарядник-то? Да. А что, у тебя нет вилки? Почему не есть? А что ты говоришь, нету розетки? Ты зарядил телефон? Я сказал, что нет розетки. Раз розетка, два розетки. Ну нормально заряжается, все? Постельное сдавай и к нам туда приходи. Сейчас будем выходить, через 30 минут приедет уже. Даже через уже меньше. Так надо сдавать. Проводнику. Всем привет, вы на канале Алекс и Николь. А мы опять шастаем с рюкзаками. Ищем удобства. Нет, мы заселились в Рейсанду, сейчас мы просто решили прогуляться, да. Мы самолеты тут. В аэропорту, может, переночуем? На вокзале. Сейчас видели, как растет хурма. И, короче говоря, этот, у нас пока экскурсия. И киви. Киви, оказывается, растет как виноград. Страх. Страшно, да? Ой, смотри, какая это. Припеваючи. Сива так. Киса там. Прям атмосфера. Ой, какие ягодки. Пошлите. Осторожно, машина. Нам нужно зайти к нему. Стойте здесь, стойте. Вон еще хурма, смотрите, дерево. Так, ну вроде все пока идет по плану. Мы вот это вот забронировали. Цветочный тупик один. Все счастливы. Идем смотреть, что там за апартаменты. Так, в общем, мы заселились. Короче, рум-тур. Так, тут у нас какая-то темень. А, вот. Туалет, душ. Ну, типа светленькая, и ладно. Так, кроватка. Кроватка, шкафчик. Кухня со столбом. С таким. Тут хоть открывается. Да, нормально. Ложки есть, все. Так, холодильник. Мультиварки кто-нибудь умеет готовить? Можно супчик сготовить, чтобы, например, это завтра утром похавать и пойти гулять. Так, и еще вот у нас комната тут с телеком. Со шкафчиком. Так, вид из окна у нас тут такой шикарный на хурму. Вот хурма, вон хурма. Неспелая, блин. Там на пальму. Mm.